Доброе утро, дорогие мои друзья, я уже собралась, я еду в Рязань, и я, как обычно, видите, чего, опаздываю. Бегом, кое-что с собой, маечку на брезент, это, или сумку взять, в мою сумку не влезет. В общем, я собираюсь и бегом в Рязань. У меня не будет работать Инстаграм сегодня, потому что работает он только от Wi-Fi в моей квартире. Я уже пробовала, в Рязани он у меня не работал. Так что в Инстаграме меня можете не искать, это бесполезно. Буду в Телеграм сегодня. А где еще одни такие же духи у меня стоят не начатые? Это Луизы Аквадиджой. Не пойму, а где они? У меня же еще одни такие, только полупустые были. Ну ладно. Странно. Не вижу их. Так. Я надела белье с кружевами. Снова эта песня. Я надела костюм. Подождите, возьму шпильки, а то я умаюсь с этими волосами. Пока их не собираю, потому что сейчас волосы еще влажные. Пока не собираю, потому что волосы влажные, а как только они у меня лучше подсохнут, здесь карманов нет, здесь зато есть, я сразу же соберу волосы, потому что я не люблю с распущенными вот в такую жару в машине. Бывает, конечно, езжу, но не очень мне это дело нравится. Костюм и в безрукавке, без куртки я сегодня. Так, а здесь же есть вот такие штуки. Для ремня. Можно ремень какой-нибудь еще другой придумать сюда. Не вот этот, не заводской. Почему я все время опаздываю? Объясните мне. Кто-нибудь вообще может это мне рассказать? Почему? Никто? Вот и я тоже не могу. Сейчас застегну только до машины, чтобы добежать. И завяжу, не буду завязывать. Я такая большая в нем. Прямо чувствую, какая я в нем, вот такая масштабная женщина. Ну что, какие кроссовки эти, или у меня здесь белые были. Все, я уже в кроссовке переобулась и даже не собираюсь возвращаться в зимнюю обувь. И куртку, видите, даже мне не хотелось сегодня куртку надевать, хоть убивайте меня. Так мне насточертела эта зима, хотя у нас сегодня пасмурно и даже вроде бы как дождь обещают, что ли. Но меня ничего не останавливает. Так, главное ничего не забыть. Права взяла, взяла. Голову взяла, взяла. Воды нет, я могу купить. Пачку салфеток с собой еще возьму, потому что в машине, когда у меня там все лежало, в пакет сложили, у меня сынок все это вышвырнул отсюда уже из дома. Постарался. Мамочке помог навести порядок. Все. Все, побежала. Доброе утро, мои сладкие. Не знаю, как буду снимать. Вообще, не знаю.